выехали на природу. Сейчас разлив всяких маленьких речушек. Мы приехали вообще на море, но оказалось, что здесь есть и речка. Но я помню, с детства тут была маленькая. Гуси, да? Но гусей сейчас мы тут много видели разных. Но тут прям красота такая. Тут вот этот лесок, там такие горочки. Аня там фотографировалась уже. Мочка, смотри, там какой-то домик непонятный. Не, ну тут так прикольно. Сейчас мы выйдем вообще на всю красоту вот туда. Там такой заливчик, там вообще остров еще какой-то посередине моря, можно так сказать. В общем, ляпота. Я Ане говорю, что здесь должно быть сейчас много рыбы, например, плотвы. Обычно вот в таких местах она весной и на нерест идет. Заходит и выходит, ну, в общем, крутится вот в таких речушках маленьких, мелких. Да, волны там прям, да? Маська, ну ты красавица. Смотрите, чайка там плавает, что тут деловая. Видите? Одинокая деловая чайка. Слишком деловая была. Ну, сейчас такая погода, конечно. Мы пока ехали, было и солнце, и снег, и ветер, и все что угодно. Но сейчас сюда пришли, тут очень хорошо. А, вот там этот корабль. Здесь корабль? Я что-то... Нет, это мы не в лох усалы. Камень, это не корабль. Смотри, как красиво на эти горки. Ой, ну просто красота. Прям. Знаешь, как показывают на Гавайях или где-то там вот эти необитаемые острова. Выходишь, а только пальм не хватает. А так вид примерно такой же. Блинчики? Да, можно запустить. На плоский камушек найти. Ой. Теперь я буду, смотри. Оп-оп-оп. Парочку прыгнул. Ну, просто красота. Я, видимо, уже так соскучился по лету. Летом это уже будет съемка такая, что, ну, как обычно все. А сейчас, после столь долгого сидения дома, скажем так, и такой погоды плохой, вот такая, такие виды воспринимаются просто на ура. Смотри, как, Маська. Там что-то надо за ним пальцем помнить. Ну да, давай. Ты сумеешь. Просто надо захотеть. О, получилось. Он рот открывать. Покушай. Сашу, видел? Мама блинчик пустила. Она не только блинчики печь умеет, но и пускать их, оказывается. Оп-оп-оп. Пустился. Ну, тут как бы можно сделать длинных, но мало, либо коротких, но много, как я понимаю. Блинная мудрость, слышь? Ну согласись, соскучились уже вот по такому, да? Сказочная. То, что солнышко еще. Да. Ты кротовые, Сашульке нравятся кротовые, короче, эти такие горочки, там, где кротик побывал. И он их создает сам. Смотри, там идет дождь, видишь, вдалеке. А там остров, это, конечно, тоже прикольно. Вот сюда на каком-нибудь маленькой... На лодке бы туда съездить, да? Погулять там. Да, тоже остров. Два острова. Можно наслаждаться видом облаков, песка, воды. Все, чего хочешь, тем и наслаждайся, да? Ну да, природа. Сашуль, пойдем. Там куча палок и камней интересных впереди. Ребят, как думаете, это та самая капуста морская, которая вот продается в магазинах, которую суши иногда дают? Не, ну выглядит так. У нас же собирают от агар-агар вот из этих водорослей. Вообще, Шурку отсюда не удалось
легкими способами выманить. Что пробовать? Капусту? Ну давай, чуть-чуть. Свеженький какой-нибудь. Тебе нравится? Да что? Большие камни. Ого, да, прикол. Прикол, смотри, он как этот, как человечек со Шулия нашел камушек. Ты видишь? Рот. Глазки, носик. Правда, рот ему, похоже, заткнули. А, ну да, может, это нос. Не, ну это... Или что это вообще? Ну это реально такой цельный камень. Ребята, вы понимаете, что это не шутки? Это нос, точно. Нос. Ты все правильно. Нос картошкой. Нос картошкой, да. А вот рот. А вот там рот. Тут любое место, это как красота, да? Подошли буквально вот. Отошли от берега. И уже тут как в сказке начинается. Сказочный лес. Я говорю, Сашуле, тут штаб можно сделать. Точнее, он уже есть, тут можно. Мы тут как-то с Аней и с Владом, с Викой, помнишь, с палаткой приезжали, костер тут разжигали. Разве? Да, вот тут и были. Вот. На... Очень давно. Ну, как лет 5 назад. Да, тут видишь, вот костер иногда люди жгут. Да было. Под нас там еще что-то, мы уехали с тобой, они остались. Голова что-то у нас заболела там от дыма. У тебя обычно. Да-да. Я люблю костры, но дым, когда слишком много, у меня бывает начинает от него голова болеть. Ну красиво. Красиво очень. Ну да, вот снова пошел опять. С новой силой. Прям конкретно. Давайте в машину. База. Блинчик. Кому блинчик? Давайте. Пожалуйста. Спасибо. Тебе. Сейчас я тебе скручу тогда в трубочку. Чай горячий с сахаром. Это нечто на природе. Сейчас тебе налью еще, Саша. Да, аккуратно. В общем, погодка, ребят, вот такая. Изменилась она резко. Так что мы успели. Пар идет. Подуть тоже хочешь? Ребят, смотрите, птички. Гуси-гуси для Да, вон там уже тоже сидят. Наблюдать за их танцами, конечно, да. Когда они кружатся вокруг поля. Ну ладно, поедем. Не будем их смущать. И так их смутили немного. Тут такая погодка, и мы так летаем. Какой-то эффект нереальный, свечение какое-то впереди. Просто непонятный эффект. Бело-белым, белым-бело просто. Солнце вышло, смотри, они тут, наверное, радуга сейчас где-то будет. Блин, такая погода, вот ты просто буквально... Мне это Исландию напоминает. Буквально вот секунду назад был бешеный снег и все остальное. И сейчас уже вот такая просто солнце и ясная погода. Слышь, смотри, там туч нет вообще просто. Выехали из этой зоны, просто обалдеть. Как сменилась погода. Вот все, погода наладилась. Буквально прошло 3 минуты, наверное, после последней съемки. Чуть ли не идеальная летняя. Экспромтом сделали. Аня делала вообще домашний лаваш. Осталось после того, что заварной крем. Получился прямо полиончик. Отсюда даже красивее. Тут, наверное, слоев сколько? 10 получилось? Потом увидел. Экспресс Наполеон. Готов. На 3 кусочка. Да, ровно семейная порция.